Часто спрашивают также такой вопрос: можно ли сделать онлайн-радио в App Inventory? Ответ: да, можно. Вот Миша Нилов сделал такое радио, выложил исходники, выложил само приложение, сделано оно в первом App Inventory бета, но в принципе и во втором тоже есть. Вот, допустим, Павел Круглей тоже снял видео о том, как сделать онлайн-радио для Android в программе App Inventor. Ссылку и на вот этот проект, и на видео Павла Круглея я дам в комментариях к этому видео. Если у вас какие-то есть вопросы по онлайн-радио, можете оставлять их в группе App Inventor. Можете задавать Павлу, можете писать в комментариях к этому видео, тоже, может быть, отвечу даже. Спасибо за внимание. Переходим к следующему вопросу.